Привет, друзья! Димаш Кудайберген – молодой певец из Казахстана, известный благодаря уникальному голосу с диапазоном в 6 октав. Пресса любит сопровождать его имя эпитетом «казахский витас», но сам Димаш не любит подобных сравнений. Димаш не ставит себе цель прославиться только как вокалист. Его великая миссия – объединить при помощи музыки разные народы и разрушить многовековые культурные границы между Востоком и Западом. Он подчеркивает, что остался сыном казахского народа и буквально поет всем о своей красивой и загадочной стране. В ответ благородные фанаты поют ему на казахском, встречая в разных городах мира. Уникальный голос, мастерство исполнения самых сложных песен и обаяние помогли молодому певцу добиться потрясающих успехов. Сценическая карьера артиста началась всего несколько лет назад, но уже сегодня его знают во всем мире, а от поклонниц нет отбоя. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Димаш Кудайберген, сколько он зарабатывает и на что тратит свои миллионы. Будущий певец появился на свет 24 мая 1994 года в городе Актобе в Западном Казахстане. Родители назвали сына Динмухамед Канатович Кудайберген, однако затем стали звать его по имени Димаш. Неудивительно, что Кудайбергенов стал певцом, его родители имели непосредственное отношение к искусству. Мама Димаша, Светлана, пела в филармонии города Актобе, а папа, Канат, руководил культурным отделом. Бабушка и дедушка Димаша также причастны к музыке. Бабушка пела, а дедушка играл на домбре. Родители считали, что ребенок должен заниматься полезными делами. Мальчик еще в детстве интересовался музыкой, и близкие отметили его уникальный слух и голос. Поэтому Димаш с раннего возраста брал уроки фортепиано и занимался вокалом. Уже в 2 года он впервые вышел на сцену местного театра, а в 5-летнем возрасте стал посещать детскую студию при Актюбинском музыкальном колледже. Он легко освоил игру на фортепиано, гитаре и других музыкальных инструментах. И даже уроки сольфеджио не казались ему нудными и неинтересными. А еще в своем раннем детстве наш герой часто рисовал себя на сцене в окружении музыкальных инструментов, тем самым невольно материализуя на бумаге свою мечту стать известным артистом. В подростковом возрасте у Димаша появилось еще одно увлечение – занятие тхэквондо, которому он посвятил 4 года. За это время он достиг больших успехов в восточных единоборствах и практически стал обладателем красного пояса. Однако, когда пришлось выбирать между музыкой и спортом, предпочел все-таки первое. Окончив 7 классов, Димаш поступил в музыкальный колледж на факультет эстрадно-джазового пения, где его преподавателем стал Марат Айтимов, знаменитый казахский певец. Он не только правильно поставил подопечному его уникальный голос, расширив диапазон с 3 до 5-6 октав, но привил ему любовь к искусству и национальным культурным традициям. За время учебы Димаш не раз принимал участие в республиканских конкурсах молодых исполнителей, а в 2012 году стал обладателем гран-при «Жаз Канат», самого престижного молодежного конкурса страны. Интересно, что одним из членов жюри был знаменитый казахский композитор Кенес Дюйсекеев, который сразу же выделил молодое дарование среди остальных конкурсантов. Он познакомился с юношей и сказал, что будет рад его видеть на своем курсе в Национальном университете искусств. После окончания школы Димаш стал студентом этого заведения по специальности «композиция». При этом он продолжал брать уроки вокала у Марата Айтимова, который когда-то был преподавателем его матери. А чтобы родители певца не переживали за Димаша, на время его учебы в Астану переехали бесценные и незаменимые бабушка Миуа и дедушка Кудайберген. В 2015 году Димаш стал победителем конкурса «Славянский базар» и получил гран-при из рук самого Полада Бюльбюль-Оглы, министра культуры Азербайджана. Легендарный певец высоко оценил талант молодого вокалиста и предрек ему скорую мировую славу. Так и случилось. Через год Димаш принял участие в 5-м сезоне песенного конкурса «The Singer» в Китае и после первого же своего выступления проснулся мировой знаменитостью. Решение стать участником именно в этом конкурсе было не случайным. Где еще найдешь потенциальную зрительскую аудиторию количеством 2 миллиарда человек? Узнав о конкурсе из интернета, семья помогла Димашу подать заявку, и следующий год он неустанно проходил один кастинг за другим. В своей победе Димаш практически не сомневался. К этому времени он объездил с концертами весь Казахстан, выступал в сопровождении национального хора и симфонического оркестра театра «Астана-Опера» и чувствовал себя на сцене как рыба в воде. Чтобы победить, необходимо было пройти 12 этапов и финал. И все выступления должны отличаться по музыкальным жанрам и сценарию.
Обязательным условием было пение вживую и отсутствие любой фонограммы. С каждым отборочным этапом популярность певца стремительно росла и вскоре приняла всеазиатский масштаб, даже несмотря на то, что Димаш не стал победителем и уступил первое место певице из Гонконга. На одном из выступлений Димаш исполнил песню Витаса «Опера номер 2». А надо сказать, что Витас в Китае – объект едва ли не поклонения. У Димаша получилось перепеть российского коллегу на 2 тона. Услышав знакомые высокие ноты, зал взорвался от восторга. Кстати, участие в конкурсе принесло нашему герою судебный иск от продюсера певца Витаса Сергея Пудовкина. Он обвинил казахского исполнителя в незаконном использовании в своем выступлении оперы номер 2 и в судебном порядке запретил ему исполнять какие-либо композиции из репертуара Витаса. Скандал никоим образом не повлиял на популярность Димаша. Численность его мирового фан-клуба составляет около 10 миллионов человек, а поклонников певца можно встретить в 140 странах мира, даже в тех, где он ни разу не бывал. В Китае юный казахский артист стал поистине супергероем. Самым ярким показателем всенародной любви стало приглашение в гости от легендарного Джеки Чана, кумира детства нашего героя и всех членов его семьи. Юноша вручил легендарному актеру, расшитый традиционными узорами, бархатный чапан и домбру. Джеки Чан был очень рад такому необычному подарку, а узнав, что парень несколько лет занимался восточными единоборствами, подарил ему кимоно и пояс. Летом 2019-го вышел первый студийный альбом певца «ID», который стал платиновым в Китае за рекордные 37 секунд, а за час – трижды платиновым. Также Димаш выпустил новую концертную программу «Арнау», в которую вошли песни американских, китайских и корейских авторов, а также несколько новых композиций Игоря Крутого. Функции продюсера выполняет его родной отец, который ради помощи сына ушел с высокой должности в управлении культуры «Актобе». Значительную часть времени певец проводит в Китае, где он заключил контракт с лейблом Black Gold Talent. Казахский артист также сотрудничает с американской компанией BMG, которая работает с такими звездами, как Мадонна, Рианна и Бейонсе. Певец из Казахстана продолжает бить рекорды на музыкальном поприще и воплощать все свои заветные мечты. Так, мартовский сольный концерт в 2021 году в Москве прошел во дворце спорта «Мегаспорт», куда артиста пришли послушать более 10 тысяч зрителей. На сцене вместе с Димашем присутствовал и маэстро Игорь Крутой, который аккомпанировал исполнителю на рояле. Выступление прошло в рамках гастрольного тура «Арнау», который включил в себя города Украины, Германии, Чехии и Белоруссии. Разумеется, такой успех сказывается и на гонорарах молодого артиста. Родители Димаша поделились информацией о том, что сын из собственных денег выплачивает зарплату команде, то есть музыкантам, танцорам и так далее. Кроме того, часть вырученных с концертов денег идет и на оплату съемочной группы для создания клипов. 10 декабря 2019 года на большой арене в Нью-Йорке состоялся первый сольный концерт исполнителя. На его концерт пришло около 18 тысяч человек. При этом билеты на концерт казахского певца варьировались от $46 до $126. Цены на билеты на концерт Димаша в России варьируются от 5000 рублей и до 90 тысяч рублей за VIP-места. По-видимому, менеджер артиста поднимает цену лишь на самые дорогие билеты, чтобы тем самым окупить возможные убытки. В любом случае, места на концерт Димаша раскупаются в рекордные сроки. Концерты – не единственный способ заработка молодого артиста. Вместе с приятелем Дамиром Муратти он запустил производство именного элитного чая и шоколада. Бренд обрел известность на родине артиста, а также в Европе, США и странах Латинской Америки. И стоит там от 10 до $15. Более того, Димаш запустил собственную линейку парфюма. Совместно с французскими парфюмерами он производит духи и туалетную воду стоимостью порядка $90. На концерте Димаша в Нью-Йорке продавались различные товары с его изображением и надписью DQ. В частности, стильные толстовки, бейсболки, упомянутые выше духи и туалетная вода. Фанаты артиста выстраивались в очередь и буквально сметали с прилавков фирменные товары. Отметим, что цена за одну толстовку начиналась от $95, а бейсболки составляла $45. Исполнитель снялся в рекламе китайских авиалиний. На одном из самолетов, курсировавших между Пекином и Шанхаем, было размещено изображение вокалиста. Талант, помноженный на упорный труд, принесли Димашу не только мировую славу, но и внушительные гонорары, позволяющие ему делать солидные покупки. Не так давно швейцарский производитель часов Jacob & Co. с гордостью сообщил, что эксклюзивный экземпляр наручных часов принадлежит казахскому исполнителю. Точная стоимость изделия – $389 000. Отметим, что сделаны они из розового золота. Солнце в центре циферблата состоит из 288 граней, что придает ему сферическую форму. Плодотворная творческая деятельность и занятия бизнесом позволяют музыканту участвовать в благотворительности.
Артист ратует за экологическую чистоту окружающей среды и становится инициатором различных акций. Так, от продажи концертного костюма Димаша, в котором он выступал на первом туре Singer 2017, средства пошли в фонд по уходу за детьми с содержанием свинца в крови. А деньги, вырученные от реализации «Домбры» с автографом звезды, были переданы Китайскому фонду помощи детям с врожденными дефектами неба. Помощь артиста ощутили и казахстанские дети, страдающие тяжелыми заболеваниями, и творческая молодежь. Во время распространения коронавируса Кудайбергенов тоннами отправлял продовольствие в города Казахстана, Нур-Султан и Актобе, чтобы поддержать соотечественников, оставшихся без работы. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч. Пока!